Кубинские девушки всегда пышно празднуют 15-летие. Это событие в их жизни называется кинсьяньера и символизирует вступление во взрослую жизнь. В этом году к обычным нарядам юных кубинок добавился новый модный аксессуар – защитная маска для лица. Маски не снимают и во время фотосессии, которая стала обязательным условием праздника. Маска важна, потому что покажет, как мы жили. Это станет историей, и дочка расскажет своим детям, что ее 15-летие отмечали в особой ситуации. Было важно защититься, и маска стала частью нашей жизни. Девушки стараются подбирать маски под свои наряды. Для юных девушек наряд из платья и маски – удивительная комбинация. Думаю, эта мода останется. Они ищут маски, которые по цвету подходят к одежде. Теперь нужно заботиться о себе, фотографироваться в маске. Фотографии все равно получатся хорошими, поэтому носить маску и беречь себя не так уж обременительно. Куба снимает карантинные ограничения, но пока не все магазины открылись. Портнихам негде купить ткань и приходится проявлять смекалку. Например, одной швее нужно было сшить маску, подходящую к клетчатой юбке. Изумительный опыт, потому что у меня нет ткани, материал не найти, поэтому пришлось вводить в работу новшество. Мне нужно было сымитировать ткань для девушки, празднующей 15-летие. Кинсьяньеру празднуют и в других странах Латинской Америки.